Наши чекиненьки такие. Кто? Тише, не кричи. Погладьте лошадку. Ребят, нужна расческа? Кто хочет почесать? Вот, вот, по очереди погладьте, почешьте. А что, ты все, нагладился? Папа, подожди. Два взрослые. Двое детей. То есть, иди сюда, Даш. Проходи. А черепашек, ребят, Ром, развешиваем, магнитик возьми. Ну, сейчас будем, пойдем. И потом у тебя возьму. Так, ну что, начну проверять первых. Одна ошибка есть. Две ошибки есть. Вы мочили сюда. Посмотри, Саша. Даже я вижу, какое-то животное новое появляется. Ну, какое и откуда, я вот этого не успеваю узнать. А Диме дай покормить, он будет? Дима сам есть, значит. Ну, у нас тут тоже работал человек, который... Ножку поднимай. Вот, смотри. Потом к ним будем заходить и будем кормить. А я только вылазить из забора. Ну что-то не надо кормить. Они точно едят сейчас? Уже накормили этого пизда. Это Даш, не бойся, у тебя нет еды, она не будет на тебя вставать. Через год мы его нашли. Чего? Давай, дай ему, дай. Заходим с семьей, да. Чувак, что-то здоровый, тяжело. Эх, не попали. Пошлите очередь на енота заниматься. Покормишь коду? Да. Так, подожди. Ты что, я все на все... А, я сам, вы еще не все зашли. Так, отойди, пожалуйста, от двери. Мы кончились, а Умка любит орешки. А вот так, такой корм любит она? А, да, такой она тоже любит. Давай, Ром, поставь ручку. Только на хвост не наступил. И вот так вот руку подожди. Вот, вперед, все. Маленький. Смотри, какие маленькие. Да, погладь его. Погладь. Можно? Нет, погладь. Ром, кто больше всего понравился? Стрелять из лука? Пойдет вперед. Рома, пусть мальчики вперед отойдут. Усложним вам задачку. Даш, молодец, держись. Даш, держи ту девочку, тоже жарко. Попробуй ты скотч. Большой, да? Че там пальчиком трогаешь? Давай сейчас вот. Побежали, давай. Не цепляется за коляску. Тебе-то скучно. Ага. Темный куда, вот он не слышит, нифига. Складывай коляску.